что, уже все сосиски зажигали, да? Ну и семья. Страшно! А не слышу! Не попасть, не попасть! Догоняй! Какие красивые цветочки! И дорогие, наверное. Так, дети, марш на улицу. Мама будет прибираться. Дорогая, в чем дело? Ну все, Дон Жуан. Прощайся с наступающими частями тела. Дорогая. Ну, предки, ну замутили. А ведь раньше мама так любила цветы. Дорогая. О, спасибо, милый. Какие замечательные цветы. Я приготовила запеканку. Моя любимая запеканка. Я сегодня задержусь. Так много работы. Очень много работы. Ма, буду поздно. Курс английского. Come on! One floor! Everybody dance! Ма, мне нужно сдать в школе 30 рублей. На ремонт этого звонка. Папа, пап. Поел? Посуду сам сполоснешь. Надоело. Дом, работа. Работа, дом. А у некоторых жены из-за границ не вылезают. Я этого не заказывала. Какое еще седло ягненка? Вы бы мне еще утечку осла подсунули. Ай-яй-яй, Наташа. Ну, попсик, успокойся, а. А я говорю, не заказывала. Не помню что, но заказывала другое. И убери свой вентилятор, и так холодно. Кемаля шап настропиус. Кемаля шап настропиус. Замечательные цветы, милый. Любимая запеканка. Дорогая. Папа. Ура! Деда, пойдем собачек травить. Добрым утром, Клавдия. Завернешь мне завтрак с собой? Куда ты в такую рань? Опять на митинг? Да. Защиту сексуальных меньшинств. Мало нас осталось настоящих мужиков. Клавдия, стаканчик в пакет положи. Зачем этот стаканчик? Как зачем? Для этого, для этой, ну, как его, для пепси-коки. Вот. Ну, Бомсик, ну зачем тебе еще одна шуба, а? Ай-яй-яй-яй-яй, Наташа. Нужна, нужна. Та, в которой я по вторникам ходила, села после стирки. А из остальных я выросла. Кемаля шап настропиус. Милый. Дорогая. Папа. Ура! Ма, буду поздно. Курс английского. Не забудь покушать. Ма, мне нужно сдать в школе 30 рублей. На ремонт этого скелета. Ой. Да, милый, не наедайся. Мы сегодня идем в гости к Тамарочке. Она вернулась из круиза. Я так за нее рад. А я-то как за нее рада. Пап, дай мне вот тоже так побулькать из этой. А эту вазу мы купили в Аль-Лахудре. Ну, там лавка такая есть. Обалденная. Вау! Петечка, не хулигань. Ну, рядом с магазином, где я покупала восьмую шубу. Ты ее сейчас видела? Видела. О, у тебя, кажется, новая кофточка. Кофточка? А, да. Купила в одном бутике. Ну, в общем, забыла, как он называется. Вьетнамский секонд-хенд называется. Петечка. Как тебе не стыдно врать? Да, чуть не забыла. Я же тебе привезла потрясающий сувенир. Сувенир? Мне? Это мне? Вот жаба. Как мило. Какая гадость. Какая прелесть. А сколько я за него денег отдала. Мне это и вот это. О, это не я, он сам. Вы что, мне не верите? Кима Ашап настропиус. И зачем мне эта гадость? Ай, бесплатно. Беру. А еще есть. Долго выбирала,
Потом решила, что этот как раз для тебя. Да? Друзья, сегодня запеканка удалась на славу. Что? Только сегодня? Что такое? Впрочем, как и всегда. Что ты там бубнишь? Правда? Не запеканка, а нектар богов. Милая, а тебе не кажется, что этот лопух, или как его там, портит весь пейзаж за окном? Давай его выкинем, а? Что? Выкинем? Это, между прочим, подарок. А ты, наверное, уже забыл, когда последний раз мне цветы дарил. Эгоист! Ах так! Эгоист, значит! Мои цветы, значит, ей не нравятся! Самые дорогие, между прочим, выбирал. Что-то тут не то. Ничего. Ничего. Так, извините, 86. Вероника Карловна, здравствуйте. Это вы, Николай? Да. Можно вам задать практически интимный вопрос? Как вы относитесь к цветам? Обожаю. Что, если я загляну к вам конфиденциально, так сказать, под покровом ночи? Чудесно. До вечера. Николай, буду ждать. Ну и долго мы тут еще будем торчать? Мама сказала, чтобы я подышала воздухом. Так скоро весь воздух кончится. Что там у нее, пати? Ну, типа, конфетку хочешь? Папа? Так это он там? С двумя? Ничего себе, мачо. Не проболтаться бы маме, не наваляли бы папе. Может быть. Тамарочка, ты прелесть. Как твой подарок? Цветет и пахнет. Увидимся. Дорогая. Ах, это так. Нет, не утруждай себя. Я сам. Ма, мы сегодня с Аллочкой на курсы английского идем. Ночные. Лады? Мамулечка, мне нужно 100 рублей на этот, евроремонт школы. Евроремонт школы? Сколько можно врать? Вы все время мне врете. Все, надоело. Правильно. Так их всех. Один я в этом доме правду матку нарезаю. Деда, а давай я тебя брать научу. Яйца курицу не учат. А ты, Клавдия, молодец. Я тебе честно скажу, ты зануда, ты. Кольку жалко. Ма, так ты дашь 100 рублей? Вообще-то мне нужно 200. Но 100 я у тебя уже стащила. И вообще, говно твоя запеканка, Клава. Да. Да? А я цветочки эти твои, лютики, вообще ненавижу. А папа вчера вечером с Вероникой Карловной. Что? Что? А ну стой! Рассказывай, что папа и Вероника. Дорогая, это какое-то недо... Молчать, недоумок! Никита, давай. Папа и Вероника Карловна вчера вечером во дворе видели летающую тарелку. Фу, дурдом. Ты того не заболел? Хуже. Я сейчас чуть не выдал тайну. Никита, мужчина должен уметь хранить секреты. Вот помню, когда я работал в Интерполе, меня забросили в логово колумбийской наркомафии. Куда? Давай, Никитка, ломанем чайку, я все расскажу. Короче, попал я к наркобарону. Говорит, канале, кто тебя посылает? Молчать будешь? Привяжу тебя к хвост Эль Бешеный Мустанг. Скамлю лос крокодил. Тихо, депута. Я тебя не боюсь, грязный латинос, потому что ты... Да вру я все. Да вообще нет. И не было никогда. Сгиби. И про Интерпол я наврал. И вообще все время вру. Вот вчера в лифте ущипнул одну бабульку и свалил все на собачку. Господи, ну зачем я это говорю? Все дело в этом проклятом цветке. Врубаешься, эти его флюиды, ну запах, блин, заставляет всех говорить правду. Вот это приход. Завтра в это же время? Конечно. До скорого. И тебя тоже цепляет.
Да вроде нет, не цепляет. Но когда все начали раскалываться, я тоже не удержался. Там такой массовый психоз начался. Папу, блин, чуть не сдал. Все было просто замечательно. Спокойной ночи. Чао, Николай. Вы? А я тут вечерний муцион. Прекрасный вечер, нет? А чё? Прикольно. О, нет. Что сейчас будет с папой? Он же все, там же цветок. И мама. А чё? Где тебя носило? Ничего особенного, дорогая. Я был у Вера... Нет, я не то хотел сказать. Я был у Вера... Чё ты топаешь, как слон? Ты чё не видишь, что тут дети спят? Во всём, везде. Да погоди. Ну? Кончай, бубнить, договаривай. Я был у Вера... У не... Веронимания. Ну и что? Закрыт. Правильно, идиот. Какой универмаг в час ночи? Милый, я хочу признаться, что у меня есть любовник. Дорогая, у меня тоже есть любовник. Это какой-то кошмар. Он мне что-то не договаривает. Я начинаю подозревать, что у него кто-то есть. Здорово. В смысле, какой ужас? Держись, Дорогуша, я сейчас же к тебе приеду. Расскажешь. А я твою ручку в свой горшок макал. Да. А я разбила вазу и сказала, что это ты. А я выпил твою колу. Вот так. А я в нее плюнула. А я вырвал страницу из учебника. 4 штуки. А я тебе в кровать лягушку посадила, когда ты был маленький. Он тебе изменяет? А с кем? Ты их застукала? Она худенькая? Милочка, я так за тебя переживаю. Просто еле доехала. Ну, рассказывай. А кто ты кричит? А я твою косметичку толкнула Машке из Б-класса. Все, оптом. А каша у тебя противная. Фу! А запеканка у тебя вообще... О, господи! Дети, как вам не стыдно? Ваша мама крутится как белка. Или скорее как выдра. Так ей надо. Чего я к тебе приехала? У самой дел навалом. Посмотри на себя, милочка, на кого ты похожа. А такой дурой кто угодно налево убежит. Дети оборванцы, квартира сарай. Хорошо, что подарил этот цветок. А то у самой бы такое дерево дома выросло. Вот хорошо, что я тебе всегда даю всю гадость. Рвань и дрянь. Ой, что это я такое говорю? Ой, 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 ой. Доктор, может, заморозку, а? Может, не надо? Доктор, но ведь это будет больно. Очень больно. Дети, химии сегодня не будет. Учительница заболела. У нее похмелье. Ох, и напились мы вчера. Сержант Полевых, предъявите 100 рублей. А у меня документ с собой нет. Тогда 200. А в документ, который дом лежит, регистрация нет. Тогда 300. Сколько вешать в граммах? Пофигу, все равно обвешаю. И мне пофигу. У меня сотни фальшивые. Отстой. Нет, надо с этим что-то делать. Меня все предали. И муж, и дети, и подруга. Слушай, ты можешь не реветь, а? И даже телевизор, предатель. Женщина! Как можно думать о себе, когда весь мир катится к черту? Ты глаза разуй! Только что поступило сообщение, что бывший предприниматель, гений финансовых пирамид Кирей Ставриди, сбежал из тюрьмы, раздал всем вкладчикам деньги, после чего вернулся в камеру. С сегодняшнего дня на телевидении отменяются все рекламные паузы. Рекламодатели заявили, что они больше не могут врать покупателям. Все телеканалы разорены! А-а-а!
хватит. Уйди отсюда, не могу больше. Чего тебе? Игрушечки все, цветочки. Посмотрите лучше, что в мире делается. Офигейте! Неизвестные лица вернули в Россию все золото партии. Результат ужасающий. Золото упало в цене. Фондовый рынок рухнул. Банки разорились. Во всем мире наступил транспортный кризис. Шпионы возвращаются на родину. Больше всего это затронуло США. Оттуда разведки всех стран отозвали своих шпионов. Оказалось, что это практически все население страны. Это ж все из-за нас. Но! Э! Гадость! Мать тебя всыпет сейчас! Нифига себе, цветочки. На том же месте новые вырастают. Полный улет. Россияне, должен со всей прямотой и категоричностью вам заявить, что на каждого из вас было заведено досье. Я их выкинул. С болью в сердце сообщаю вам, что сегодня я подписал указ о расформировании ФСБ. Им некого больше допрашивать. Все и так правду говорят. Все, теперь нас точно повяжут. Пападос! Ну-ка все, марш на улицу. Мама будет прибираться. Подъезд этот не слышал. Пошли. Дорогая, в чем дело? Дон Жуан нарисовался. Сейчас я тебе подрезаю все лишнее. Дорогая! Негодяй! Я тебя люблю, идиот! А ты с этой, с Вероникой, подлец! С Вероникой? Ну что ты? С Вероникой мы... Папа, нет! Только не про измену! Что? Все-таки изменил? Да чем ты? Ты все не так понял. Какая измена? Все дело в этом цветке. Я хотел разобраться. Подозрительный он какой-то. А у Вероники подруга, ну, в библиотеке ФСБ. Она приносила нам литературу о психотропных растениях. Секретно. Ну и хвоста не было? За ночь не прочитаю. Во, мама дает. А папа-то просто мачо. Я 40 минут отрывалась. Все чисто. Вот, это то, что вы просили. Придется переснимать. Ну, раз так, то и я кое-чего расскажу. Хвост за вами все-таки был. Какой еще хвост? Следил за вами один тип. Ну, зашифрованный весь такой. Такой, да вот такой. Пошли. Ваша игра окончена. Самоотверженно проделав необходимые оперативно-розыскные действия, сотрудники ФСБ, наше подразделение, мы, я, так сказать, наконец нашли этот легендарный цветок правды. Тот самый Настропилус, который ФСБ уже столько лет ищет по всему миру. Идрёнь, о, попали. Да-да, бинго, так сказать. Мы знали, что следы ведут куда-то в арабские страны. У них даже поговорка есть «Кемаля шарп настропилус», что означает 3000 благоуханных цветка правды тебе в... ну, в общем, подмышку. Ну, на меня он, конечно, не действует. Я профик старой закалки. Да пошел ты! В попу, понял? Петечка, а что будет с нами? Вы слишком много знаете. Боюсь, что придется вас... Да ничего вам не будет. Я сам агент новозеландской разведки. Раз такой бардак, нахрен мне это все, а? WTF, так сказать. Поеду домой. К Мэри. Сыр делать. Овец пасти. Бай, так сказать. Ну, тогда мы тоже, это, пойдем. Нам еще, это, рынок крышевать. Извините, натоптали тут у вас. Нет. Это растение меня окончательно достало. Что расселись? Милочка, нам очень нужен тот чертов шаман, который всучил тебе этот хренов цветок. Милочка, да плевать мне, кто вам нужен. Сейчас я тебе электрозаливку сделаю. А ведь женщина не врет, красавица моя сладкая.
Да я сама бы рада. Ленечке теперь ничего забрать не могу. Я мигом. Ай-яй-яй-яй. Тихо, тихо. Ой, за что вы его повесили? За что надо, зато и повесили. Говори, чучело, как нам избавиться от этого цветка. Кемаль, а сам? Сейчас я из тебя самого, Юля Кемаль, сделаю. Правда нельзя убить. Я правда говорю. Вай, вах, Наташа. Мамой клянусь. Да врет он, точно врет. У него к цветку иммунитет. И не называй меня больше Наташей. Ну-ка всем назад. А то забрызгать. Не надо! Я что делать? Я убиваю цветок. Давайте хоть на рассаду оставим. Денег намоем. Ты что, дурочка? Хочешь всю жизнь правду говорить? Ну? О, майн год. Сейчас. Настропилус альфа-ктибидох баша ламен. А это что? Это дядя ругается? Эй! А как же цветок? Ё-моё, во дела. Ой! Идрёт! Неужели всё кончилось? Не знаю. Сейчас попробую. Я люблю твою запеканку. Получилось! Ну-ка я. Ма, мне нужно 100 рублей на швабры для школы. Yes! Ну вот, кажется, жизнь налаживается. Мы снова можем врать. Ура! Вот так закончился весь этот бред. А росточек я себе все-таки оставил. Мало ли чего еще может приключиться у нас, в Дятловых.